Мои дорогие, всем огромный привет. А сейчас я иду в женскую консультацию. Мне надо к врачу попасть. И потом я вам все расскажу, что на данный момент, что со мной происходит. Ну все, я уже вышла из женской консультации. Анализы, часть анализов сдала. Сейчас домой приду, вам все расскажу. Все, я зашла домой, и сейчас вам все расскажу. Извиняюсь за свой внешний вид. Такое лицо у меня немножко подпухшее, я ревела сегодня ночью. Девочки, в последнее время у меня вот на канале, как мне пишут девочки, Лена, ты нам надоела со своими видео, в которых ты постоянно стонешь, ноешь. Вот так вот написали, что постоянно ноешь. В последнее время это вот третье видео, где я, наверное, ну просто делюсь с вами, так, да, откровенно делюсь с вами, что происходит. И я так поняла, что у меня нет даже права, когда мне плохо, что-то рассказать своим зрителям. Получается, что я должна быть всегда веселая, всегда на позитиве, всех должна развлекать. И когда что-то у человека происходит, я даже не имею права рассказать, потому что многие неправильно вообще меня поняли и начали писать, что я попрошайка и что я там прошу деньги. Вот даже такие комментарии были. Это под видео, где сломалась машина. Я просто поделилась тем, что у нас происходит, потому что вот у меня у самой, можно сказать, что тоже плохо, хоть не совсем уж плохо, но все равно плохо. И у меня все это накопилось, и вот такие видео последнее были время, потому что, ну, я все уже не сдержалась и начала рассказывать, ну, рассказала, как у нас там происходит, там, дома, финансово, что у нас не в порядке. Обещаю, больше не буду жаловаться, действительно, потому что столько негатива я за весь свой YouTube я не видела. Опять начну писать, что никакого негатива нет, тебе просто говорят правду. Правду в том, что я сейчас давно уже ничего не покупаю, а одно и то же пишут: Лена, ты покупаешь вещи, и мне все приходит на обзор, даже под тем видео мне пришли косметички на обзор, потому что я устала говорить, что мне приходят вещи на обзор, потому что раньше под каждым видео говорила, что у меня приходят вещи на обзор, и я что, должна каждый раз говорить, что приходит на обзор? Естественно, я не покупаю, если нет денег, зарплаты нет, как я буду покупать вещи? Интересные такие. Все вот так вот. Ладно, не буду я об этом говорить, все, проехали, больше ничего снимать не буду. Сегодня, наверное, последнее видео, ну потом, может быть, еще в больнице будет видео и все. В общем, девочки, у меня проблемы со здоровьем по-женски. Когда-то давно я снимала видео, наверное, в начале этого года у меня было видео, влог, откровенно о женском здоровье. Вот такой вот влог. Я вам так говорила, что мне нужно сдать УЗИ, сделать УЗИ на это. А вот я тогда вовремя не сдала УЗИ, а через несколько месяцев, два месяца назад я сдала УЗИ. Моему врачу-гинекологу это не понравилось, и она отправила еще раз сдать УЗИ. А в определенный день нужно было сдать, я сдала, принесла, и все подтвердилось. И, девочки, в общем, у меня сейчас началась... Простите за шум, у меня открыто окно, и невозможно, слушайте, если я закрою, то я задохнусь. А так опять вам не слышно меня, наверное. Ну, постараюсь погромче говорить, дети просто спят. Вот, и сейчас у меня начинается обследование с сегодняшнего дня. А в конце этого месяца у меня будет операция. А у меня нашли полип в матке, который нужно обязательно удалить. Его удаляют для того, чтобы, как сказать вам, ну, если его не убрать, то будет рак. Скорее всего, будет рак. И еще вот этот полип, который будут удалять, его отправят на анализ. И самое это вот страшное, больше даже не сама операция. Многие женщины, наверное, эту проходили. Операция называется гистероскопия. Вот тут у меня тут все указано, когда операция, когда обследование. Вот. Не совсем прям уж страшная операция, да, конечно, под наркозом все так же делается, но ожидание потом нужно будет ждать 15 дней примерно, когда будет результат, вот сдадут этот
пойдет на анализ, и потом уже скажут, что есть там предрасположенность к раковым заболеваниям. Ну, в общем, его должны определить, из-за чего он произошел. Либо это гормонально, либо, я не знаю, еще что-то. И третий вариант бывает, что как вот рак, да, я не знаю, начало на рака или что-то там, как-то, в общем, так. И самое страшное, вот это ждать вот это время, когда мне потом скажут, все ли со мной в порядке или не все в порядке. Я надеялась, что у меня в августе хотя бы более-менее наладится, а ничего, получается, что мне до 15 августа постоянно я буду в ожидании, постоянно буду ждать. Вот у меня сегодня было надо гинекологу идти за вот этими вот, у меня тут анализы крови, я часть уже сдала анализов из вены, брали у меня кровь, там такая пачка анализов, вот. Если сказали, в течение 5 рабочих дней они будут делаться, если они не пройдут что-то там, я как бы не готовилась, ела как обычно. Вот, и если они не получатся, надо будет снова сдать, и потом, а вот эти вот, это за 10 дней общий анализ крови, тут анализ мочи, это за 10 дней до операции. Вот, в общем, в конце этого месяца у меня будет операция. Сначала я приду, меня примут, анестезиолог меня посмотрит, да, еще свои какие-то анализы там они возьмут, а потом уже на другой день операция. В общем, не один день мне там лежать. Вот. Ну, вот еще раз повторю, самое тяжелое, это когда будешь ждать, что там со мной. Я обязательно, конечно, поснимаю в больнице, обязательно скажу вам, что там со мной и как. Просто вот у меня, девочки, я 2 месяца это я в себе держу, скрывала от вас, да, не хотела говорить. Я держалась, девочки, до последнего. А сейчас у меня просто слезы на глазах, потому что страшно. Сегодня вообще ни минуты не спала. У меня не операция, я все равно боюсь, потому что у нас, знаете, как сейчас это вот кому-то к врачу попасть, это очень сложно, очень-очень сложно. И я сегодня шла без талонов, и я боялась, что меня не примут. Я была на той неделе, ну, как бы сказали, что прийти сегодня. Врач вообще, вот, который сегодня меня принимала, она очень хорошая врач, объяснила все. Она, мне кажется, даже, знаете, она вроде бы главврач женской консультации, вроде бы так. Она очень умная, очень хорошая, и роды принимает, и все, в общем, очень хороший врач, во всем разбирается, и она молодая, ну, не знаю, наверное, может быть, примерно моего возраста, потому что уже старшие гинекологи, они особо вот в этой операции не совсем понимают, как-то так мне сказала она, надо вот именно по поводу этого всего к молодому врачу попадать, я как раз к ней попала, вот, в общем. Я что начала говорить-то, что у нас ни к врачу, ни к терапевту попасть невозможно. Я прямо, у меня такой стресс, когда идешь в больницу, боишься, что тебя не примут. А врач вообще, она пошла в отпуск и сегодня меня приняла. Она пришла туда, видно, последний день что-то она там делает. И она мне вот на той неделе сказала, приходи сегодня, я тебя приму и все тебе объясню. Направление еще к врачу, к терапевту мне не дали, меня записали к терапевту, вот тоже тут вот записано, когда идти. А сейчас я сдам все анализы, и мне надо прийти будет примерно через 2 недели, ну тут мне записано, мне надо прийти за результатами анализов, взять результаты анализа и взять направление к терапевту, чтобы у терапевта уже проходить, ну тоже, как ей полагается, да, анализы надо назначить и должны заключение дать, что как бы меня допускают к операции. С этим тоже проблема, потому что я когда, помню, ездила на операции, вот у меня с глазами тогда проблемы были, да, я тогда тоже сдавала анализы какие-то, ну, на операцию какую-то я тогда шла, да, с глазами. И у меня дело в том, что у меня гемоглобин же низкий, и он у меня не повышается больше, там, 97-93, вот так вот. У меня обычно гемоглобин 83, да, надо 120, у меня 83, там, это единицы эти. Дело в том, что у меня постоянно низкий гемоглобин, и врач, который дает заключение, он не разрешает идти на операцию, потому что вот, ну, так вот у меня. И тогда, помню, у меня подружка есть, она медицинский работник, ну, медик. И мы тогда с ней еле-еле уговорили врача. Мне назначили тогда уколы, ставить железо, чтобы перед операцией поднять гемоглобин. Мы тогда ставили все это, витамины я пила. И вот уговорили, чтобы меня, в общем, оперировали, да, чтобы дали разрешение. Сейчас я тоже не знаю, как
как все это пройдет, я боюсь, что тоже скажут нет, нельзя, потому что гемоглобин низкий. Ну, вот врач-гинеколог сказала, что я могла, я вам все дала, а там что скажет врач. В общем, вот, мне надо взять вот это вот направление все у терапевта и прийти, я так поняла, что снова, да, сюда, снова в женскую, и мне дадут уже прямо направление на операцию уже дадут. И мне надо будет в конце этого месяца с этими документами прийти, операция назначена, прийти и сказать, что вот я приехала, все. Ну вот, сейчас мне надо будет гинекологу сначала за направлением к терапевту, от терапевта разрешение на операцию, снова гинекологу, и гинеколог даст уже там заключение и даст направление на операцию. Уже вот так вот. Вот так вот, столько много всего. И еще надо будет, не забыть, через 5 дней, через 5 рабочих дней, сегодня у нас понедельник, в следующий понедельник, наверное, надо будет сходить, узнать, как эти у меня анализы, нормально, нет, если нет, снова пересдавать. Вот. Вот, девочки, поэтому, девочки, мальчики, да, кто смотрит, поэтому у меня в последнее время вот такие видео, как говорят, что я ною, да, ну, потому что накипело все, у меня еще со мной не все в порядке, и поэтому вот я немножко вот так вот меня понесло. Я ни в коем случае не хотела там давить на жалость или что-то там, как кто-то понял, что я там какие-то деньги прошу, вообще бред. Я никогда ни у кого ничего не просила, никогда не попрошу, никогда. Я вот даже умирать буду, на коленках ползать, там, я никогда не попрошу. Нет, я такой человек, что я всегда сама все. Вот, сейчас посмотрим, вот операция пройдет, и после операции, наверное, очухаюсь и пойду искать работу, я уже... Решила для себя, что я пойду искать работу, как сказать, не на полный рабочий день, а подработку, просто подработку, чтобы, как вам сказать, ну, например, несколько часов уйти, хоть там, не знаю, хотя бы там 3000, там 4000 заработать, чтобы, ну, дополнительно, чтобы еще вот эти денежки были, потому что совсем бросить я не могу. Многие говорят, Лена, бросай, иди на работу. Если, смотрите, девочки, я сейчас, если я бросаю YouTube, ухожу там полный рабочий день, но говорят, иди на работу, если идти там более-менее деньги зарабатывать, там, вот я говорила, да, 12 тысяч хотя бы нужно, если чтобы заработать 12 тысяч, нужно работать, у нас вот, например, даже продавцом пойти монетку или в магнит, то нужно работать с 9 до 8, это каждый день записывать, естественно, я не смогу, чтобы заработать 12 тысяч, естественно, не отправлять на обзор не будут, учтите, что мне отправлять на обзор не будут, да, и даже того же самого Faberlic не будет. Мне нужно все вот эти порошки, зубную пасту, там мыло, все это мне нужно будет покупать. И, естественно, вот этих 12 тысяч у меня вообще никуда не хватит. Понимаете, вот к чему я говорю. Потому что если я брошу YouTube, на обзор отправлять не будут, и нам совсем не прожить. Ну, мне даже порошок не купить будет, да? Вот если вот так вот будет продолжаться. Надеюсь, что у мужа наладится в ближайшее время. На работу он не сможет на вторую пойти у меня. Как бы уже был разговор, он болеет, у него все болит, спина болит, ноги болят, работа очень тяжелая. И как он на вторую работу пойдет? Он, у него график, как сказать, вот так вот, у него нет определенного графика, там, с 8 до 5, нет, он приезжает домой в 6, у них электричка сейчас позже ездит, он приезжает в 6, когда они на машине ездят, приезжает в 6, и все. Выходной у него бывает, да, иногда 3 дня выходной, потому что... А тут просто у него получилось, что 3 дня выходной, вышли из отпуска несколько человек, ему дали отдохнуть. А так выходной бывает один день, бывает вообще их нет. Вот сейчас он 3 дня отдохнул, пятницу, субботу, воскресенье. И все, вот с сегодняшнего дня он на работе, до следующего понедельника не будет выходных, потом во вторник у него один день выходной, и снова там без перерыва. Про машину писали, Лена, зачем вам машина? Машина для того, чтобы ездить на дачу. Дача у нас очень далеко, и... На дачу добираться, вот сейчас мы ездим, у нас 40 минут занимает до дачи ехать, так, когда переезд открыт, то у нас занимает примерно 25 минут, 25 минут 30, сейчас 40 минут я засекала, даже ездили 40 минут, вот на дачу ездить, машина нужна, и плюс еще Юра иногда на ней на работу ездит, потому что у него, если он со второй смены, то надо работать с 8 вечера до 8 утра, вот так вот, есть такая смена с 8 вечера до 8 утра, а электричка уходит... 4, и получается, что он уедет раньше, чем надо, и сидеть будет просто так, там, 5 часов на работе. А он уезжает, вот именно, там, в 7 часов уезжает, вечером и к 8 на работу приезжает. Нет электричек, приходится ему вот так вот. Мне кажется, там у меня детки уже встали. Так что вот, мои дорогие, я постараюсь вот
Еще вот у меня будет, наверное, с операцией, да, видео, и я больше не буду никогда никакие такие влоги снимать, жаловаться, потому что я поняла, что когда все хорошо, ты нормальная, когда у тебя все плохо, тебя еще затаптывают, запинывают, да, там кидают тебя камнями, потому что ты плохая, ты ноешь, тонешь, и я не имею права даже пожаловаться. У меня даже поделиться вот так вот не с кем. Вы же, я считала, что у меня YouTube — это моя вторая семья. Да, знают мои родители об операции, муж, естественно, и даже детки узнали, нечаянно узнали, когда мы разговорились, и дети услышали, что мне надо на операцию. Вадим хоть чуть не заплакал, но я ему сказала, что у меня просто уколы. И поеду на уколы, успокоила его. Вот, и я просто с вами делюсь, потому что, ну, я думала, что вы моя вторая семья, а тут получается, что негатив — это уже больше, чем на канале, чем, ну, чем хорошего. Я вам ничего плохого не сделала, я просто рассказываю о своей жизни. Сейчас думаю, сижу, думаю. Говорят, ну, многие пишут, что у тебя должна быть уже иммунитет к этому, железные нервы. Но все равно, когда-то железным нервам тоже приходит конец, и вот видите, все. Да куча, я реву по каждому пустяку, и уже не сплю. Не сплю из-за операции, не сплю из-за того, что, ну, негатива много на моем канале. И да, я понятно, что не 100 долларов моя купюра, чтобы всем нравится. Но так вот, знаете, постоянно попрекать меня в чем-то. Даже в том, что я там не сделала. Некоторые с такой злостью пишут, там эти шмотки покупаешь, хотя их не покупаю. Даже последняя косметика люкс приходила, она тоже была на обзор, и полили грязью меня вообще как только можно. Не знаю, выдержу ли я все это вот. Может быть, я даже в последнее время, может быть, я даже, как сказать, может быть, влоги и перестану снимать. Обзоры, конечно, я не перестану снимать, потому что нужны деньги. Нужны деньги, как бы одежду я эту продаю, да, вещи отправляют, это помощь какая-то, на обзор приходит Фаберлик, это тоже помощь, это, естественно, я не брошу, все равно буду снимать, а влоги я не знаю. Я думаю, что если так все идет, может быть, и не надо снимать. Дай бог, у меня все бы было хорошо. Сейчас просто будем надеяться, что операция пройдет нормально, ничего там не произойдет, и после операции анализ придет нормальный. Вот это самое главное, конечно. Я понимаю, что я опять сижу тут, скажете, жалуетесь, у людей рак или все остальное. Да, девочки, я все понимаю, я все понимаю. Я вообще очень переживаю, когда мне мои подписчики пишут, там, Лена, вот у меня там ребеночек болеет, там одна девушка написала, болел ребенок. Я говорю, уже смирилась, а что делать, а ты там жалуешься. Да, я понимаю, что я немножко, может быть, не права, но я еще раз говорю, накипела, наболела, вот в связи с тем, что у меня операция впереди, и я немножко поделилась с вами. Теперь уже поняла, что не надо делиться, да. Самое главное, действительно, дети здоровы, сама здорова, жива, здорова, родители здоровы, это самое главное. И извиняюсь, если я, может быть, переборщила палку, вот что, может быть, кому-то показалось, да, что я действительно там жалуюсь, стонала, ною, может быть, я переборщила палку. Ну, постараюсь больше не снимать такие видео. Ну, вот все, вот следующее видео будет у меня именно про мою болезнь. Это будет как-то в конце, наверное, в самом конце этого месяца. Либо, может быть, это видео выйдет 1 августа про то, что как я в больницу легла, там, после операции, после наркоза обязательно поснимаю, там, отойду немножко вам. Просто поделюсь с вами, скажу, как все со мной в порядке или нет, и потом вот еще... Может быть, 15 августа получу анализы и тоже вам скажу, как все ли со мной в порядке или не все в порядке. Ну и все, и больше не буду жаловаться. Все, не буду больше не... Буду в себе держать, что всем рассказывать действительно о своих проблемах. Никому не нужны мои проблемы.